Сегодня при участии президента Ильхама Алиева состоялось и открытие Шаганского реабилитационного пансионата в Хазарском районе Баку. Глава государства ознакомился с созданными условиями. Пансионат был сдан в эксплуатацию в 2003 году по поручению общенационального лидера Гейдара Алиева. В прошлом году там был проведен капитальный ремонт. Это медицинское учреждение окажет услуги пациентам, страдающим от сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы. Основные услуги – функциональная диагностика, физиотерапия, лечебные ванны, лечебная физкультура, социально-психологическая реабилитация.